О спорте. Курский волейбольный политех начал сезон больше месяца назад, но еще ни разу не предстал перед родными болельщиками. Календарь составлен так, что первые 8 игр прошли на выезде. Сейчас команда вернулась и начала подготовку к первым домашним встречам. Они будут непростыми. В Курск приедут претенденты на повышение в классе. Нижегородская «Спарта» и «Северянка» из Череповца. В том, что девушки очень ждут встречи с болельщиками, убедился мой коллега Тарас Степаненко. Политех на старте сезона взлетел аж на третье место. Сыграно 8 матчей и только 2 поражения от одного из фаворитов высшей лиги А. Правда, главный тренер к такому результату относится с осторожностью. Чемпионат только начинается, мы сыграли только первые встречи. И мы находимся, да, высоко сейчас на третьем месте, но цыплят надо считать у нас по весне. По итоговым результатам можно провалиться в одной-двух встречах и скатиться вниз. Впереди у команды сразу 14 домашних игр подряд. Девушки продолжают работать, строят командную игру. Ведь в минувшей межсезонье политех обновился почти наполовину. Новые игроки, пытаемся до сих пор сыграться. Все равно есть некоторые проблемы и пытаемся их убрать. Мы уже разобрали свои ошибки, сейчас будем пытаться их убрать. Естественно, дома хочется отыграть хорошо, настрой боевой, я думаю, нас поддержат дома. Задача выйти в Суперлигу перед командой не стоит. Главная цель – воспитать первоклассных волейболисток. Ну а победы обязательно придут. Кстати, от того, как политех пройдет домашнюю серию, во многом зависит и результат сезона. Возможно, главной сложностью будет первой. Я думаю, что играем в домашних стенах, при своих болельщиках. Захочется показать достойную игру, как бы, и вызвать интерес у болельщиков, чтобы они приходили и в дальнейших играх. Первые домашние игры пройдут 9-10 декабря. Наши девушки встретятся с нижегородской «Спартой». А 12 и 13 декабря «Политех» сыграет с лидером высшей лиги А – Череповецкой «Северсталью», участником финала 4-х Кубка России. Тарас Степаненко, Максим Леонов, телеканал «Сейм».